форму, а очень тяжело. Можно сказать, вымучили на последних. Рассчитывали, что будет проще как-то играть. Не словили свою игру, наверное. Но в конце из последних сил вымучили два гола. Можно сказать, один. Последний даже можно не считать. Это так уже, отбиваясь, затолкнули, закатили. Ну, очень тяжело. Думали, будет проще сегодня. А чому саме так важко? Бо компактно в обороні грав суперник, чи ж ви якось не знайшли, не спіймали вірний тон для своєї гри? Суперник, так. Да. Суперник був дуже цікавий, він грав свою гру. Показував свою гру, ми толкали свою гру, і как бы гра була на рівні. У них були моменти, у нас було повно моментів. Тобто матч, можна сказати, був рівний, але ми в кінці їх превзошли, забили. Поэтому мы выиграли. Но игра была равная. Думали, что закончится 0-0? Чи все думали. Два тайма думали, что так будет одно очко и у нас, и у них, но... Ну, получилось. Вот.